Вполне. Я Вера Кожевникова, и я буду исполнять «В лесу родилась девочка». Отлично. Отлично, отлично, Ирочка. А теперь следующее, что ты хотела исполнить. Что это такое? Что ты хотела? Ах, вы сени мои сени? А спеть можешь? Подпеть. Так, что теперь? Теперь мой любимый этюд Гнесиной. Ну-ка еще раз давай-ка. И себя сфотографируем сейчас. Сейчас, Иришечка. А что еще мы хотели? Гум? А, Мэри Хэдэл и Толэ. А теперь Гумберта? Что еще? Может, гуси? Ой, что-то уже началось такое. Ты... Не торопись, не торопись, тебя же никто никуда не гонит. А теперь три октавы. И посмотри сюда. А, может, и теперь сюда. Если помнишь. Сейчас у тебя сфотографируем. Сейчас и тебя, Сыра. Да, теперь я тебя сфотографирую. А Иришечка на заднем плане играла тетерь. Спасибо, Ирунчик, ты замечательно играешь. А теперь, Кирюша, я тебя тоже сфотографирую. Вот. А ты что нам исполнишь? Хочешь какую-нибудь музыку? Хочешь, Иришечка сыграет, а ты будешь что-то исполнять, танцевать? Хочешь? Нет, все, поставь музыку, я буду смотреть. Да? Да. Хорошо. Кирюш, скажи пока. Пока. Окей. Так.